Лови релакс, видите микрофона Бакс. Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать в Карлидж Тайкон. И сегодня у нас долгожданная рубрика «Вопрос-ответ». Сегодня я подготовил для вас 20 вопросов, которые вы накидали мне в Дискорде. И сегодня я на них отвечу. Что ж, давайте не будем тянуть, начинаем. Так, первый вопрос у нас от Понища. Как дела? Какая видеокарта на данный момент? И планируешь ли сделать коллабы с другими ютуберами? Привет, чувак, дела у меня офигенно. На данный момент у меня GeForce GTX 1650. И насчет коллаб с другими ютуберами пока что я не знаю. Во-первых, конечно, нужно больше снимать видосов с командой, а именно с Лордиком, с Понищем, с Марком и с Хунзи. Они все тоже ютуберы, поэтому можно их посчитать. Ну а если вот подумать, с кем бы я хотел записать коллаб, так это скорее всего с Тимисом или Сайроном. Но с Тимисом, сами понимаете, больше шансов, поэтому скоро, возможно, ждите коллабу с любителем вязанки. Итак, следующие три вопроса у нас от Инсейла. Первый вопрос. Ты анимешник или нет? Нет, чуваки, в 2020 я еще пытался как-то посмотреть Наруто, но на второй серии я уже выключил, сказал: Воу, эй! Второй вопрос, смотрел ли ты ТикТок? Ну, блин, ребята, кто ТикТок не смотрит? У меня самое часто используемое приложение на телефоне — это ТикТок. Поэтому, конечно же, ТикТок я смотрю всегда. Прогуливал ли ты школу? Ну, смотрите, прям школу я не прогуливал, но вот уроки было дело. Но и с другой стороны, что мы можем относить к прогулам? Если, допустим, я заболел и не пошел в школу, это не считается прогулом. А именно вот специально не ходить в школу, допустим, ехать в школу, пойти гулять в парк куда-нибудь, не знаю, то такого, конечно же, у меня не было. Пока Дестродик у нас поет легендарную песню, мы с вами передвинемся к третьему вопросу. Кря написал, почему ник именно Бакс и как я его придумал. У того, как я придумал свой ник, есть очень большая история. С детства я очень любил смотреть Луни Тюнс, а именно мультик про Бакс Банни. Вот, и года полтора назад, когда я только хотел придумать свой канал, я думал над названием, и как раз по телевизору шел этот мультик. Я такой думаю: Бакс, блин, хорошее название, маленькое такое, произносится легко. И думаю, вот так вот, назову Бакс. Следующий вопрос у нас от Чимчима. Как тебя зовут в реальной жизни? В реальной жизни. Меня зовут Богдан, это я очень много раз говорил, но опять же повторюсь для тех, кто об этом не знал. Девятый вопрос у нас от Флейзикса. Нравится ли тебе мем? Кринж! Чуваки, меня очень раздражает, когда я с кем-то знакомлюсь, говорю то, что меня зовут Богдан, и они начинают... Просто хочется сразу развернуться и... Максималочка! Десятый вопрос, как ты придумал свою приписку? У приписки было очень много вариантов, вот они все. Ну и вы сами проголосовали больше за РТР, поэтому мы ее поставили. Плюс, если вы спрашивали, как мы придумали приписку РТР, мы с Хунди просто обожаем ГТР, а в игре он называется Nissan RTR. Следующий вопрос, как ты узнал о КДТ? О КДТ я узнал еще в 2020 году, когда только начинал играть в Roblox. Но в середине 21-го что-то мне игра поднадоела, и я ее забросил. А сразу после новогодних праздников мне позвонил Хунди и такой: чувак, там в КДТ такая обнова, погнали зайдем. Я такой: ну давай зайдем, окей. Мы сняли вот этот видосик, и я такой: блин, надо попробовать поснимать что-нибудь. И вот так вот меня затянуло, и теперь я играю в КДТ. Следующий вопрос, кого из ютуберов по КДТ тебе нравится смотреть? Знаете, тут достаточно сложный вопрос. Иногда я смотрю Айрона, иногда я смотрю каких-то зарубежных, но больше всего я смотрю Тистингрея. Когда же у меня будет мерч? Мерчей я прямо сейчас. Вот он вот такой. Но это чисто мой официальный мерч. Он будет только у меня и больше ни у кого. А полную коллекцию мерча планируем сделать где-то к началу зимы. Поэтому, ребятки, ждите. Если кого-то интересует цена от 5 до 10 робуксов. Двигаемся дальше. Так, следующий вопрос. Какие у тебя характеристики ПК? Характеристики ПК у вас на экране. Хотел ли ты новую валюту в КДТ? Мне, в принципе, и доллары нравятся, их легко копить, как бы, и все, проблем с ними никаких нет. И главное, он не упадет. Ладно, ребят, давайте к следующему вопросу. Хотел ли ты новые машины в КДТ? Новую машину я очень сильно хочу, и когда ее добавят, я буду говорить, что именно я повлиял на то, что ее добавили. Это BMW XM, ребятки, она просто мега офигенная. Следующий вопрос, когда я спалю лицо? Чуваки, лицо я очень много раз спалил, причем даже вчера в Телеграме я выкладывал кружочек. Короче, кому интересно, ссылочка на телегу в описании. Сколько денег нужно для добавления в ДР в Роблоксе или в Дискорде? В Роблоксе, друзья, у меня стоят 30 рублей. А в Дискорде, ребятки, к сожалению, я не принимаю. Там только мои знакомые. Кто больше тебе донатил на стриме? Перед вами список топ-3 донатера моих стримов. Ну и, ребятки, заключительный 20-й и финальный вопрос. Ты Бакс или Букс? Я... Бакс! Ребят, ну реально, очень-очень-очень много раз об этом говорил. Кстати, этот вопрос, знаете, кто задал? Маркунчик, блин. Вот такие вот вопросы на ответ получились. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Конечно же, поставьте лайк за Дестройдика, то, что он сидел тут и грел свою жопку в моем кенигсике весь ролик. Ну, с вами был я, Бакс. Всем пока. И у меня началась жесткая гроза. Давайте даже послушаем. О, жестко, да.